На многие темиртауские автобусы без слез не взглянешь. Ржавый корпус, шатающиеся сиденья, обшарпанный салон. Однако уже в ближайшие 2 года руководство области планирует обязать автоперевозчиков полностью обновить автопарки. Об этом сообщил в ходе отчетной встречи с населением 4 февраля аким Карагандинской области Женис Касымбек. Есть большая работа, которая начнется в этом году по общественному транспорту. Качество услуг общественного транспорта вообще никакой критики не подлежит. Вы видите, что автобусы старые на действующих маршрутах. Порядка 200 автобусов из Темиртау выходят на трассы, на маршруты. Мы приняли совместно с акиматом города программу и требуем от всех перевозчиков замены этого автотранспорта. Всего в Темиртау 14 автобусных маршрутов, которые обслуживают 5 предпринимателей. Работа некоторых из них регулярно подвергается критике как от руководства города, так и от жителей. Решит ли новый автопарк проблему несоблюдения водителями автобусов графика и сократится ли время ожидания маршрута на остановках, покажет время. Светлана Лебедева, Владимир Пороховой, новости Темиртау.